Итак, дорогие друзья, ученики, переходим к локтевой технике. Соответственно, первоначально смажем локти, оба локтя. И вот смотрите, мы закончили вот здесь движение, да, этой рукой. А этой рукой мы сразу внедряемся, прием так называется, как нож в масло. Вот так вот, до конца локтем. Таким образом, вот подвздошная кость, знаете, такой, да, гребень подвздошной кости, он идет, вот нигде ягодица заканчивается, а выше вы можете нащупать вот тут вот, примерно. Ну, мужчин сантиметров где-то на 5, повыше, у женщин еще бывает там 7-8 сантиметров, у них он больше. Вот его мы как бы разделяем от остального позвоночника. И локтем продолжаем захватывать большую мышцу ягодичную, да, вот все, вот этот вот объем. И локтем проводим, рисуя такие концентрические круги на ягодице, заканчивая вот там, где заканчивается гребень подвздошной кости. Вот такой косточка тут есть. Сначала ямочки идут, да? У них, хоть они прямо явно заметны, но тоже, в принципе, есть. У женщин чаще видно их, глубже так они как бы получаются. А гребень вот чуть повыше вот тут заканчивается. Вот так, можете шишечку увидеть. Вот. И отсюда, собственно, начинаются вот эти вот пучок паравертебральных мышц. Да, вот он как бы идет. То есть мы рисуем локтем, прямо острием локтя. Круги, вот смотрите как. Раз получается, два, три, вот четыре, маленьким заканчиваем. А далее локтем сразу же идем, рисуем спирали, вот такие, раздвигая позвонки вверх. То есть делая декомпрессию. Давайте я вам это покажу. В чем смысл? То есть весь наш смысл этих движений мы постоянно делаем декомпрессию. То есть растягиваем позвоночник снизу вверх относительно корпуса человека. То есть от крестца мы его отделяем вот это выше. Значит, вот вошли. Раз, круг, два, три, четыре. Вперед в эту косточку, да, и теперь под этим мышцам пошли вот так вот вверх спирали, да. Но у нас спирали должны идти именно вот так вот, возле позвоночника вверх идем, вот тут вверх, понимаете? Не в эту сторону закручиваем спирали, а вот в эту, то есть вдоль позвоночника мы вверх, как бы позвонки раздвигая, сегменты позвонков оттягивают друг от друга. А дальше будем локтями работать, тоже по вот этим мышцам оттягивая их друг от друга. Вот. Сейчас я вам покажу, как это все происходит на натуре. Но при этом добавим еще вот этой рукой, которая тут осталась у нас, некоторую вибрацию. Да? Mm-hmm. Вот смотрите еще раз. Прямо захожу, почему как нож в масло? Как будто бы я его разрезаю глубоко прямо вот туда. Mm-hmm. Где нет как раз ни ребер, ну такое пространство между ребрами и тазом. Да? То есть внедряюсь пальчиками, да, шире, 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 шире. Вот все у нас идет, все плечи, да. И до локтя, когда мы уже полностью его там отодвинули. А, и еще тут мы добавим вот такую вот постукивание. Вот он гребень подвздошной кости идет, да? Постукивание в него вот сюда. Даже локтем, да? Да, локтем. И вибрация тоже вокруг него. Вот теперь показываю. Значит, внедрились. Вот, отодвинули, пошли делать круги, а этой рукой я захватываю трапециевидную мышцу, видите, лапа леопарда вот этим приемом, да, захватил ее. Пока делаю круги, эта рука с помощью вибрации возвращается обратно. Вот она вернулась, как раз я закончил четвертый круг, установил на гребень подвздошной кости локоть, прямо в него забиваю, да, ножик кулаком. Отдвигая, как бы дальше, декомпрессируя, да, раздвигая, как бы это все дальше, таз от всего позвоночника. Если человеку, ну, слабенький, например, да, у вас человек, там, девочка, например, то вот так поступить может быть больно, тогда просто вот немножко, да, вот такими движениями, возвращая с вибрацией назад локоть, и опять локоть устанавливаю, а руки, видите, как у меня упор идет,
упор идет вектором туда, отодвигаю все-таки таз. И упираясь, вот этой рукой я силу добавляю. Достаточно остро, глубоко залазя, стараясь раздвинуть сегменты позвонков. Опять же, смотрите по человеку, насколько он готов. Можно прямо острием локтя, да, давить. Можно давить вот этой плоскостью между двумя косточками. Будет проще. Площе, вернее. Либо вот этим треугольничком. Будет еще плоское, да. То есть плоское раздавив, будет не так больно, да, кому-то может быть. Кто-то не так терпит боль. А кому-то она посильнее, прямо острием. Вот так вот. Ты чувствуешь разницу, да? Да. Вот, острием отодвигаем лопатку тоже подальше. И аж туда вот до шеи доходим. Ну вот так глубже. Да, и назад возвращаемся. Вот такой вибрацией. По сути, я опять же этой рукой задаю вибрацию. То есть, видите, локоть, вот, даже я иногда вот так вот делаю. То есть, локоть расслаблен, но просто давит. А этой рукой я задаю вибрацию. Поставили обратно. И снова рука у нас превращается теперь в рубанок. Вот, вся эта часть будет работать как рубанок. Представляете, да, вот этот инструмент. То есть мы этим... А эта рука либо захватывает палец большой, да, либо здесь вот остается. Ну, как удобнее, можно и так захватить, в принципе. По-любому мы захватили, да? Раз, большую группу мышц. Два, захватили, да? И три, там, где лопатка. И вот здесь бывает самая проблемная зона, вот эта часть. Иногда прямо такой бугор мышечный такой торчит у человека. Это все та же самая трапециевидная мышца, она же на самом деле не здесь идет только, да? Она вот отсюда начинается. То есть это самая большая мышца у нас в теле. И вот мы ее резко вот так энергично отодвигаем от человека, доходим до предела, где заканчивается лопатка, да, и обоими мышцами раздвигаем ему шею. Вот поэтому я рекомендую все-таки голову класть на бок, вот сюда, ко мне. Вот так вот, да. Потому что мы уже воздействуем на шею, видите, позвоночник раздвигается. Сразу переходим в продольное. Ой, нет, это поперечное получается. Поперечное растирание. Но с локти ходят параллельно друг от друга. Еще обратите внимание, то, что в движение локтя, вот в это движение, да, входит немножко ротация. То есть мы вот так вот проворачиваем. Особенно, когда вот мы мышцы берем, да, назад мы ее проворачиваем. Вот туда и обратно. Туда и обратно. То есть они немножко, видите, у нас вращаются, вот эти локти. Вот, тоже уже такое глубокое, видите, вспоминание. То есть получается, как примерно как на валике, только гораздо большим загмахом. Да, да. Ну, практически вот это движение, да, которое мы делаем, да, это теперь у нас все локти работают. Да. Весь корпус тела работает. Но это практически фитнес для вас тоже получается. И дальше мы внедряемся, такие лодочки ставим вдоль вот этих сегментов. Что такое сегмент позвоночника, знаете? Это сегмент, это два позвонка, между ними диск межпозвоночный, межпозвонковый. Раз сегмент, соответственно, второй позвонок сверху тоже сегмент, понимаете? То есть это по такой паре получается позвонков. И вот мы, у них есть крепление друг к другу, вот они вот так крепятся внизу, да? И это же не только тело позвонка само крепится друг к другу, да? А там есть сустав, по сути, хрящик это не сустав, это амортизатор наш. Ну, в смысле, вот это вот межпозвонковый диск, это внутри имеет жидкость, пульпозное ядро. А само фиброзное кольцо, оно такое, как, не знаю, на резинку даже не похоже. Ну, как хрящик, только такой мягкий, его можно так немножко сжимать. Он амортизатор. А крепятся позвонки друг к другу сзади. Вот тут они крепятся, там есть два у них отростка. И боковые отростки крепятся к ребрам. Вот, соответственно, вот эти крепления мы и раздвигаем друг к другу. Вот мы внедряемся, да, такое коротенькое движение. И отодвигаем вот так вот. Друг от друга. Чем чаще мы сделаем подробнее это, да, тем лучше. Если у человека мешает лопатка, вот особенно в этом приеме, да, я прошу опустить руку. Ну, лучше самого даже не просить, просто сам опускаю руку. То есть тут движение какое? Вот мы внедрились в тело и раздвинули. Внедрились и раздвинули. В основном играет роль, вот мы внедрились кусочками. Вот такая участок у нас работает. И вот этой косточкой, вот этой, мы раздвигаем. Понимаете, да? Все такое мелкое движение.
опять же, воздействие на очень глубокие мышцы. Да, чтобы было легче запомнить, да, правильно повторил. Я это называю, поставили лодочки, ну, как бы вот причал идет, да, и поставили яхты вот такие вот. Раз, два, три. А сейчас мы эти яхты будем запускать. Запускаем, пошла первая яхта. Вот видите, где внедряюсь? Между вот этими расстояниями между ребрами и гребнем подвздошной кости. Вот внедрился и раздвинул. Выдохнули. Внедрился, следующая яхта пошла. Началась регата на яхтах. Это волны, как бы, вот, на реке мы рисуем, в море. Раздвигаем, видите, аж череп даже. Здесь расслабляюще. Очень приятно. Приятно, да? Очень. Ну ты говори, если что-то чувствуешь. Нет, правда, очень приятно. Говори, вот нюансы в этих, во всех моих изобретениях. Слушайте Гудвина, и вы узнаете еще не такое. Работает там камера, да? Вот. Дальше мы, смотрите, что. Получилось, мы разделили вот этими лодочками, да. Еще просто рекомендую, опять, вот небольшой нюанс, это достаточно сложное технически в исполнении, да, прием. Мы раздвинули его мышцы, а потом схватили и еще и приподняли назад. Видите, большие массы мышц вот раздвинули, еще и приподняли. Раздвинули, и еще и приподняли. Вот видите, тут даже лопатка приподнимается. То есть, есть такое движение месить тесто. Так вот мы раздвигаем и обратно, да, мышцы. Вот. А тут мы то же самое практически делаем, но с большой группой мышц и локтями. Такое широкое, массивное такое движение. Вот. Соответственно, разбили сначала на 4.